что 7 утра. Луна, смотрите, как интересно. Опачки, сейчас буду восход встречать. Солнышко, солнышко, солнышко. Где-то. Что это такое? Тут тоже все бегут. Бегуны. Как и в Малаге. Спортивная нация. Вот красота какая. Встала вот такое красивое солнышко. Француз. Сюда же. Часовня только с другой стороны. Красиво. Немножко красоты покажу. Монако, где мы вчера были, вот такие флаганы. Все, что хочешь. Такое я шла и нашла варенье. Французский рыночек, смотрите, какой интересный. Маленький. Когда спрашивают, что сколько стоит, вот смотрите, сколько стоит. Вот, пожалуйста, все цены. Все, что продаем, деток столько французских деток. Шерсть, французский вокзал. Я до него дошла. Рядом, смотрите, строят какое-то футуристическое здание. Автоматы. Я ем мороженое. У меня охраняются автоматы. Видите, мороженое. Автоматы. Интересно. Что-то кто-то поедет, наверное. Ну, кофе. Вот это да. Густо. Чего это? Такой ебучок. Красиво. Железным человеком не пройти, не проехать никуда. Видите, пляж весь завален. Я сейчас искупаюсь. Сказала? Да, уже снимаю. Вот это велосипедисты, которые нам жизнь испортили. Beautiful Majestic. A lion, black lion, the center and the... Круто. Ого. This is the Garibaldi. Now I will go in the old city again. Давай ты поближе почитаю, какой дворец. Очаровательный дворец. This was built. Все время летает вертолет из этого Iron Man. Все. And the Massena Square. Второго города. Вот такие улочки узенькие. Домики красивые. So, Alps of Provence. I will go here again and go buy something. It's for my friend because she's not with me. I will show you what I'm looking for. Собор Святого Николая. Очень красивый. Такие вот вулканы.
русская церковь, а вокруг пальмы и такая зелень в сентябре. Никаких тебе осенних листьев, ничего. Вот такая красота. Немножко какая-то она особенная, конечно, хоть и русская, узнаваемая. Но... В соборе в этом бегают. Кролик, кролик, привет! Ой-ой-ой-ой-ой. Жирненькие такие на травке. Хорошенькие. И побежали. Нашла музей Марка Шагала, а он как раз закрыт по вторникам. Сегодня вторник. И завтра мы улетаем. Ну ладно, зато вот такой красивый вид на Ницце. Музейчик на этом. Музей Матисса. Это целый парк оказался. Видите, такой красивый парк. Аллеечка такая. И тут еще такой шикарный рядом монастырь, потом пойду. И люди там все. Не знаю, где сам музей. Ищу. Смотрите, какие деревья в парке интересные. У всех корни наружу. Такие ивы. И у всех корни наружу торчат. Видите, как интересно. Ясно, куда я именно пришла, но видите, какая красивая церковь. Сейчас я выйду и посмотрю, что это такое. Вот такая красота розовая, видите? Она небольшая, но очень красивая. Это такой внутренний дворик в церкви в этой красивой. Сама она мрачноватая. Зато здесь, видите, такая музыка. Экспонаты. Интересно. Park and Jardin de Nice. Beautiful. Look, this is the view from here. Это красота такая, ну, как и в Малаге было, правда? А там море, вон там, совсем рядышком. Красота. Красивые цветочки. За ее спиной красивые цветочки. Все, очень красиво. See only top. This round temples, nothing else. So try to find out. Look, it's... Райончик шикарный, что не дом, то какой-то дворец. Вот такой проход. А я пойду, вот еще домик красивый. А я пойду посмотрю, что это там такое впереди. Да, смотрите. Вот королева Виктория, пожалуйста, цветочки раздает. Вон ее дворец сзади. Отсюда такой вид. А тут такой приватный сад, прямо оттуда вход. Все закрыто. Тут, смотрите, спортсмен белый. И там выход, все. Шла к таким шикарным воротам, видите, за которыми куча мусора и ничего не понятно. Все-таки необычно. Я сегодня гуляю по Ницце, а завтра уже опять иду гулять по Нарве. И очарована этим городом. Он просто волшебный. И смотрите, такие барчики с балконами, чтобы любоваться закатом летом. Сейчас закат они не увидят. Ну так и написано прямо. Sunset Bar. Интересно, правда? Народу вечером. Сейчас уже не так жарко. И очень приятно гулять. Вон солнышко где. Вот и крепость. Видите? Попробую туда залезть напоследок. Пожелайте мне удачи. Я пошла туда. На? Вверх. I arrived at the port just from another side. We came from the city and I came along the beach. All this indescribable beauty. Really. Вот такой красивый вид на Ниццу в середину пути. Я еще посреди лестницы. Еще есть путь.
Дальше, вверх. Видите, вон люди идут. И я пошла. Забралась практически на самую вершину. Видите, какую красоту. Вся Ницца как на ладони. А здесь такой садик. Люди пикничок устроили. Там башенка красивая. Самый последний конец, в самом верху. Такая красивая one I want to be in because there are discos.